Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я представляю новинку 12-го каталога. У нас выходит новая адаптивная матовая тональная основа серии The One Everlasting с SPF 10. Будет целых 10 новых оттенков, и сегодня мы с вами попробуем 9. Одного у нас только нет, нейтральный ванильный 42-125. Почему-то он к нам не доехал. Итак, тональная основа в стеклянном футляре приходит в красивой красной коробочке. Очень удобно, что тональная основа у нас идет с дозатором, и мы сейчас попробуем все оттенки, и я немножечко подробнее расскажу про тональную основу. На лице смотреть всегда приятнее, и конечно сделаем сводчи на руке. Начнем с самых светлых оттенков. Это холодный алебастровый 42-124. Я буду делать небольшие полосочки на лице, чтобы у меня поместились все оттенки. Не забываем открывать тон. Самый светлый оттенок. Я постараюсь его растушевать более тоненько, чтобы было хорошо видно сам цвет. Так, пока он впитывается, мы запоминаем. Следующий оттенок 42-126, холодный фарфоровый. Помните, мы пропустили с вами холодный, а нейтральный ванильный. Рядышком наношу тон. Он дает легкую розовинку. Если первый оттенок он прям вот светлый-светлый для белокожих, то здесь идет розовенький легкий оттенок, а у меня как раз кожа немножко розоватая сегодня, делала маску. Так, следующий оттенок естественный бежевый 42-127. Кстати, вы можете посмотреть полный видеообзор с этим тоном, у меня на канале уже вышел. Так, капельку. Я уже хожу несколько дней с этой тональной основой, и я заметила, что она действительно отлично матирует кожу. Она легкая, невесомая, не забивает поры, что очень-очень важно для меня, потому что у меня выраженные поры в зоне, в Т-зоне. Так, хорошо вам видно? Смотрим, бежевый. Кстати, когда вы наносите тон, сначала может показаться, что он не подходит, но дайте тону несколько минут полежать на коже, и вы увидите, что он как бы подружится с кожей, и он изменится. И если изначально вам показалось, что тон не подходит, то через несколько минут вы скажете: ох, это прям мой цвет. Следующий оттенок 42-128, слоновая кость. Мне кажется, это самый популярный тон. Но для меня он точно будет темный. Я не буду экономить место и нанесу его вот на всю зону скулы. А кстати, неплохо. Так, пусть впитывается. А мы переходим уже к более темным оттенкам, и у нас сейчас будет теплый бежевый 42-129. Я его нанесу на зону подбородка, и как раз у нас останется 4 тона, я их распределю с другой стороны лица. Уже легкий загар просится к этому тону. Следующий 42-130, теплый песочный. Начну его наносить в самом верху, с левой стороны. Ох, какой он насыщенный. Ну, я заметила, что в этом году много загорелых людей. Лето очень теплое, располагало к отдыху на природе. Всем хотелось быть поближе к воде, чтобы освежаться.
Всем, кроме меня. Я не загорала в этом году от слова вообще. Очень темный для меня тон, так что учитывайте, что я очень светлокожая. Так, следующий оттенок 42-131, теплый бронзовый. Жара, идет жара. Оттенки становятся все сочнее и ярче. Ого! Он даже... Конечно, на загорелой коже он бы так не выглядел, как на моей светлой. Ну, чтобы вы имели представление, что этот тон не уходит. Как бы он такой даже немножко яркий просто. В рыжинку, мне кажется, он дает небольшую. Или как индеец с раскраской. Так, следующий оттенок 42-132, теплая карамель. Так, осталось место только на лбу, и мы попробуем здесь самый темный оттенок 42-133, теплый шоколад. У меня будет шоколадный лоб. Ого! Все, у меня будет загорелый лоб. Вся перемазалась, вся красивая. Итак, посмотрим в сторону, которая уже впиталась. Вы видите, по порядку идут полосочки, и верхние две, мне кажется, они практически незаметны, даже третья, та, которую я сейчас пользуюсь, тоже ее незаметно, и уже начинает выделяться слоновая кость, идут темнее, еще темнее, здесь еще не впитались, много нанесла, немножко переборщила. И самый темный сверху. Кстати, его цвет, мне кажется, наиболее такой спокойный, идет вот в красивый такой бронзовый оттенок. Если сравнивать с двумя предпоследними, то здесь наоборот даже как-то рыжинка такая выступает, то есть яркий цвет кожи. Я надеюсь, вам это видео полезное, и не зря я вымазала на себя столько тональных кремов разных оттенков. Я вам всем желаю отличного выбора. Пусть ваш тон будет идеально лежать на вашей коже и только подчеркивать ваши достоинства и скрывать мелкие недостатки. Если видео полезное, ставьте лайк. До новых встреч. Пока-пока. Теплый шоколадный. Теплая карамель, теплый бронзовый, теплый песочный, теплый бежевый, слоновая кость, естественный бежевый, холодный фарфоровый, холодный алебастровый.